Компания Sanyong вывела на домашний рынок рестайлинговый паркетник Karanda C. Это второе обновление легковушки, первое состоялось в 2013 году, через 3 года после обновления данного поколения. Технически машина не изменилась. В Южной Корее она продается с дизелем 2,2 литра на 178 лошадиных сил и 400 ньютон на метр крутящего момента, передним и полным приводом, механикой и автоматом на 6 ступеней. Зато скорректировано оснащение. Приборная панель с изменяемым цветом подсветки, новый руль, интерфейс Mirror Link и передняя камера на решетке радиатора – основное обновление в оборудовании. О появлении обновленной машины в России говорить слишком рано, поскольку ее еще нет даже в Западной Европе. Только минувшей осенью компания возобновила поставки машин к нам после некоторой паузы, вызванной спадом продаж. И сейчас в каталоге присутствует Axeon с первым рестайлингом. Стоит он от 1 169 тысяч рублей. За переднеприводный вариант с безальтернативным 2-литровым бензиновым мотором 149 лошадиных сил, 197 ньютон на метр крутящего момента и 6-ступенчатой механикой – дизеля у нас больше нет. Сзади изменилась черная накладка на бампер. Наиболее заметные перемены спереди – новые противотуманки, бампер, фары и решетка радиатора. Максимальная комплектация российского Axeon'а – 1 990 000 рублей, предусматривает тот же самый мотор 2 литра, полный привод и автомат, легкосплавные диски на 18 дюймов, а также ряд полезных вещей. В частности, это климат-контроль, подогрев руля, электронная система стабилизации, водительское сиденье с вентиляцией и электроприводом, датчики давления в шинах, света и дождя. Добавим, что Karanda нового поколения появится уже через пару лет, и у него будет электрический вариант.